Только 50% нардепов из парламентской фракции партии «Слуга народа» поддерживают назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера министра Украины. Об этом сегодня написала РБК Украины со ссылкой на источник в руководстве фракции. Разговоры с депутатами продолжаются. Пока в «Слуге народа» поддержка 50 на 50, но количество тех, кто определился и готов проголосовать, постепенно увеличивается. Также вероятна поддержка других фракций, сказал собеседник изданию. По его словам, интрига о наличии достаточного количества голосов сохраняется до 30 апреля. Именно в этот день может состояться голосование за назначение Саакашвили. 22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины. Во фракции «Слуга народа» заявили, что Верховная Рада может рассмотреть назначение Саакашвили 28 или 29 апреля.